что пока Рыжканам. Рад был побывать здесь. Рано мы переключились с вами, что-то мы в Рыжканах тупим с передачами. Но малышки хватило, чтобы обогнать его. Теперь выезжаем обратно на трассу и дальше на север. Говорил, что рад побывать здесь очередной раз. Нравится, что я все чаще и чаще приезжаю, значит, движуха идет. Но должно быть еще лучше. Добро пожаловать в город Единцы. По традиции всем большой привет. Что у нас в Единцах? Одна выгрузка. Но придется тащить эти коробки два раза. Нормальная такая заявочка. И там такая неудобная рампа. Но у нас такой товар, который мы можем проскочить без очереди. Но нужно будет оставить машину на парковочке где-то. Здесь будет еще один круг, и обратите внимание, яблоко есть, ну типа памятник яблоку. Сейчас я вам покажу. Вот справа, обратите внимание. Ну все, ладно, ребятки, я заехал в город, занимаюсь своими делами. Не до съемок. Ну нормально нам повезло. Вон рампа, и вот я здесь выгрузился. Бляха-муха, на улице просто невозможно жарко. Поехали. Поехали дальше на север, может там будет попрохладнее. Ребятки, в Бричанах с ветерком прокатились и с музыкой доехали без проблем. Что у нас здесь? У нас здесь выгрузка одна есть и консультация. Надо здесь с продавцами поработать. А то у них возникают такие вопросы, что это камень в мой огород. Вопросы не сложные, поэтому нужно им рассказать, объяснить, показать. Так что занимаемся делами, потом пообщаемся. Фу, блин,
Жарко, до невозможности жарко. В общем, дела такие. Все, по брычанам мы рассказали, кому надо было про фильтры. Надеюсь, будет эффект. Вот такие вот дела. Что, едем обратно в Кишинев? Вот такие вот дела. Вымотался я. Пока доехал сюда, пока одно другое. Так, давайте мы закроем эти окошки и включим кондиционер. О, как сразу прохладой подуло. Что, поехали в город Кишинев, в родную нашу столицу, ну, по крайней мере, мою. Газу. Все, пока, брычанам. Рад был повидаться с вами, со всеми. Дальше в путь. Еду себе спокойно, никого не трогаю, никому не мешаю. Только полиции здесь дофига. Вот еще стоят. Делаем так. Хлопа, нажимаем сюда. Полиция. Патруль. Просто патруль. Без радара. Отправить. Оп. Все. Предупредили остальных. Подъезжаю к Бельцам. Заеду в Бельцы. Расскажу вам кое-что. Опять Бельцы. В общем, ребята, заехал я в город и договорился встретиться с одним подписчиком своим, знакомым, в Бельцах. Так удачно получилось, и у меня есть время, и у него. Но я, так как Бельцы не знаю нифига, договорился на площади у мэрии. Там наш магазин, и там я знаю, как туда приехать. Ну, еще пару улочек в Бельцах знаю. Поэтому еду туда, там 100% с ним встречусь. И 100% он меня найдет, и я его найду. Так что вот так, Илюха, да, я встречаюсь иногда с подписчиками. Конечно, не всегда об этом говорю. Не всегда в кадр попадают. В основном они скромняшки, не любят, когда их снимают. Так что вот так, город Бельцы. Так, здесь у нас вот эта центральная площадь. Внимательно, дяденька, дяденька, осторожно. В общем, паркуемся где-то здесь. Денечка, я смотрю, нигде нету. Подождем здесь. Машина у нас заметная, так что легко. Легко найдет. Это, ребята, все еще Бельцы. Еду в сторону Бетонки. Покажу вам все-таки эту дорогу Бетонка. Тут только говорю. Нормально мы пообщались, кофе попили. Настроение хорошее. Конечно, только задержались мы. Время начала 7-го. Бельцах. Вот мы, конечно, да, с вами работники. Ладно, мы не будем о плохом.
Блять, она вас строй. Нифига себе. Лекс мал. Ну все, встретимся на бетонке. Ну вот, выехал я на бетонку. Вот и она вся такая. До Кишинева будет. Там 2-3 населенных пункта. И вот так. Вниз вверх, вниз вверх. И этот звук. Дождик начинается. Вида стоило ехать по бетонке. Извините, стекло грязное, но думаю, нормально видно. Красота. Кишинев. Не знаю, ребята, видно вам, нет? И радуга. Но тоже не видно. Ну так, чуть-чуть может видно. Я не знаю, что там снимает камера. Но взгляд мой видит радугу. Хороший признак. Радуга — это всегда счастье. Радуга — это же всегда счастье. Подустал немножко. Скоро будем дома. Выезжаю с бетонки. Все, наше путешествие в этой трассе закончено. Выезжаем на хорошую и нормальную дорогу. Это у нас село Ставчене. Ой, как будто даже непривычно, когда тыдын-тыдын-тыдын-тыдын не слышно. Хотя у меня здесь музыка херачила. Это населенный пункт, но здесь можно 90 ехать. Кишиневом тучки сгустились. Ничего страшного, скоро будем дома. В такое время милое дело заезжать в город. Ни пробок тебе, ничего. Едь как хочешь.
буду дома, будем прощаться.